Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Достопочтенные гости нашей программы. Давайте поговорим сегодня о том, чего так не хватает многим из нас. О душевной чистоте. Ислам – это религия чистоты. Чистоты во всем. В убеждениях, в обрядах служения и поклонения Аллаху, во взаимоотношениях между людьми. Всевышний Создатель требует от нас с вами быть носителями светлых, благих сердец. Однажды посланник Аллаха, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о том, кто из людей лучше других. И он ответил, «Куллю махмумил кальб садуки лисан». Это каждый человек с очищенным сердцем и правдивым языком. Услышав такой ответ, люди сказали, «Мы знаем, что значит человек с правдивым языком, но что такое человек с очищенным сердцем?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Хуа ат-такийюн накий, ля исма фихи, ва ля багия, ва ля гилля, ва ля хасад». Это богобоязненный и чистый человек, в котором нет греховности, несправедливых желаний, злобы и зависти. Не случайно одной из особенностей людей, которых введут в рай, будет то, что Аллах совершенно очистит их сердца от всякой злобы и ненависти друг к другу. И в Коране Аллах говорит по этому поводу: «Ваназа'на ма фи судурихим мин гиль, ихванан аля сурурим мутакабилин». И удалим мы злобу из их сердец, и будут они братьями, возлежащими на ложах друг против друга. Чистое сердце, которое не запятнано злобой и завистью к верующим, это спокойствие в этом мире, это вознаграждение и успех в предстоящей вечной жизни, той жизни, которая ждет нас после смерти. Это одна из причин, по которой человека вводят в райские сады. К сожалению, сердца многих из нас сегодня больны. Они переполнены дурных намерений, желания горя для тех, с кем не сложились отношения. Причем эти желания не приносят радости самому человеку, они лишь отягощают его сердце, утомляют его, обрекают его на постоянную тоску, ложатся на него тяжким бременем, отвлекают его от нужных мыслей, деяний. Кроме того, это грех, который грозит перерасти в адское наказание после смерти. Что толку от этого злопыхательства, от этих порочных желаний, намерений? Освободись от них ради Аллаха. И о, какое душевное облегчение ты почувствуешь. Сколько сил и времени освободится у тебя для того, что тебе действительно полезно. Какое счастье, какую награду ты обретешь от Всевышнего. Многие люди сегодня, хвала Всевышнему, стараются избегать запретной еды, запретных взглядов, но они забывают о том, что творится в их сердцах. Они позволяют входить в их сердца таким губительным недугом, как ненависть к своим братьям и сестрам по вере. Зависть, злоба, неприязнь, жестокость, желание им несчастья и неудач. Как сказал Абдулла аль-Антаки, человеку надлежит переживать о четырех вещах, о своих глазах, о своем языке, о своем сердце, о своих желаниях. Глаза должны смотреть лишь на то, смотреть на что дозволено Аллахом. Язык не должен лгать, в сердце не должно быть злобы и ненависти в отношении кого-либо из верующих. А желания не должны быть направлены ко злу. Если же ты не имеешь указанных качеств, то посыпь свою голову пеплом, ибо ты несчастен. Некоторые люди ошибочно полагают, что душевная чистота – это когда тебя легко обмануть и обвести вокруг пальца. Нет, это не душевная чистота, это скорее глупость, неопытность или невнимательность. Разница между чистотой сердца и между наивной глупостью, разница между этими двумя вещами, как на то указывают ученые, состоит в том, что человек с чистым сердцем, он знает зло, он способен распознать его, но
он не желает его совершать. Его сердце свободно от намерений и стремлений совершить это зло. Оно свободно от этих намерений, а не от знания о нем и понимания его. Глупый же и наивный человек просто-напросто не способен увидеть зло, не знает о нем ничего или знает немного. И быть таким отнюдь не похвально – это недостаток. Похвалы же достойны люди, знающие, распознающие зло. Хорошо? Знающие, которые распознают зло, но они чисты сердцами, они свободны от намерений и желаний совершать это зло. Великий сподвижник нашего пророка, праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб, он говорил такие слова: «Я не обманщик, но и не позволяю обманщикам обмануть себя». То есть Умар был умным и мудрым, и поэтому никто не мог обмануть его. И в то же время он был чист сердцем, и поэтому никого не обманывал сам. Если мы начнем очищать наши сердца от ненависти и злобы друг к другу, это значит, что между нами станет больше сочувствия. Между нами станет больше взаимопомощи, взаимной поддержки. И станет меньше разногласий, распри, розни. Хочешь ли ты душевного комфорта, спокойствия, умиротворения? Хочешь ли ты избавиться от внутренних тягот и переживаний? Чего проще? Живи с чистым и здравым сердцем. Освободись от низких помыслов и побуждений, от этих презренных качеств, ненависти к братьям и сестрам по вере, от завистливости. Когда ты видишь, что кому-то из рабов приходит успех и благо, будь доволен этим. Ведь это Аллах дал этому своему рабу эти дары. Быть недовольным этим – значит быть недовольным Аллахом и его распределением. Если видишь, что Аллах одаривает кого-то имуществом или детьми, или знанием, или уважением окружающих, то пусть это заставит тебя лишний раз восславить Аллаха, вспомнить о том, как Он добр и щедр к своим рабам, как все мы нуждаемся в Его помощи и милостях. Пусть это заставит тебя вспомнить замечательные слова, приведенные в одном из хадисов. «О Аллах, милости и блага, которые имею сегодня я, или кто-то из твоих созданий, все они от тебя одного. Нет у тебя сотоварища, тебе принадлежит вся хвала, и к тебе направлена вся благодарность. Если же ты видишь, что кого-то из твоих братьев по вере постигла беда, то проникнись к нему сочувствием. И искренне проси Аллаха о том, чтобы он избавил этого человека от постигшей его печали, простил ему его грехи». Что заставляет людей ненавидеть друг друга? Что толкает их к вражде? Знать это очень важно, иначе мы не сможем обрести счастье, не сможем обрести чистые, здравые сердца. Во-первых, это подчинение наущениям сатаны, этого извечного врага человеческого рода. Сатаны, который поклялся сделать все, чтобы обречь людей на злосчастье. Не надо слушать его подстрекающий греху голос. Посмотри, что говорит наш Господь в Коране. وَقُلَّ عِبَادِي يَقُولُ لَّتِهِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُّبِينًا. Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо дьявол, он вносит между ними раздор. Воистину, дьявол для человека явный враг. Когда сатана видит, когда шайтан видит, что люди встают на прямой путь и начинают поклоняться единому Аллаху, Творцу небес и земли, и отказываются от поклонения и служения иным богам, тогда он пытается испортить их существование посредством того, что начинает склонять их к вражде и раздорам. Он начинает склонять их к раздорам. Итак, первое, что толкает человека на ношение злобы и зависти в сердце – это подчинение сатане. Второе – это гнев. Гнев – это ключ ко всякому злу. Не надо давать ему волю. Не надо позволять гневу управлять вами. Из-за гнева человек начинает издеваться над людьми, нарушать их права, вредить им, мучить их, делать другие вещи, которые ведут к вражде и ненависти. В хадисе сказано: – сильный не тот, кто способен побороть кого-то в поединке,
а сильный тот, кто может совладать с собой при гневе. В-третьих, третья причина – это перенос сплетен. Сколько зла от этой богопротивной привычки. Сплетники, которые переносят разговоры от одних к другим, портят отношения людей, сеют в их сердцах ненависть друг к другу. Не случайно сказано пророком, саллаллаху алейхи вассалям, «Ла йадхулю л-джанната каттат». Не войдет в рай сплетник. Четвертая причина – это зависть. О, зависть – это губительная болезнь, которой мы, иншаллаху тааля, посвятим отдельную передачу. Зависть, она толкает человека на сплетни, на злословие, на возведение клеветы, на высокомерие, на причинение людям несправедливости и зла. Пятая причина, сеющая зло в сердца людей, это соревнование людей друг с другом в мирских благах. Особенно сегодня люди охвачены стремлением опередить друг друга в богатстве, в славе, во власти. Человек ненавидит своего брата-мусульманина за то, что у него лучше дом или больше денег, за то, что у него выше должность или положение в обществе. Какой смысл в этом? Если очень скоро все это кончится, умрешь ты, либо умрет он, кто и что останется здесь? Стоит ли бросаться на мирские блага, подобным псам, которые бросаются на гниющую падаль? Все, что на земле, не вечно, и остается только лик Господа твоего. Шестая причина – это желание славы и власти. Властолюбие – это скверная и опасная болезнь. Наш замечательный предшественник Фудейль ибн Айяд, он сказал такие слова. «Кто бы не возлюбил власть, непременно начинает завидовать». Непременно начинает несправедливо притеснять людей и выискивать у них недостатки. И он не любит говорить о ком-то хорошее. Седьмая причина – это шутки сверх меры. Когда люди начинают излишествовать в шутках, когда это происходит, это рождает в их душах ненависть друг к другу. Это пачкает их сердца. Шутка в разговоре, да, она уместна, но она подобна соли в пище. Ее не должно быть много, иначе пища придет в негодность. Это некоторые причины. Есть и другие причины, из-за которых сердца наполняются злобой и ненавистью. Мусульманину надлежит очищать свою душу. Надлежит отдаляться от этих пороков. Мы поговорили с вами о том, что вселяет в сердца злобу, ненависть и зависть. Давайте теперь поговорим о том, благодаря чему можно очистить душу и приобрести здравое сердце. Во-первых, это искреннее служение и поклонение одному Аллаху. Совершай богоугодные деяния ради одного Аллаха, который создал тебя. Не поклоняйся никому наряду с ним. Пусть все твои хорошие деяния, вся твоя религия будут посвящены ему одному. Если твое сердце будет устремлено только к Аллаху, оно избавится от ненависти к верующим рабам Аллаха. В нем будет правдивая любовь к рабам Аллаха. Ты будешь радоваться тогда, когда с ними происходит что-то хорошее. И ты будешь печалиться, когда их постигает горе в их мирской жизни или в их религии. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, если у верующего есть три качества, то в нем не будет ненависти. И затем назвал в качестве первого качества искреннее поклонение и совершение хороших деяний ради Аллаха. Второе, что позволит тебе очистить сердце, это довольство Аллахом. Когда человек доволен Аллахом, это очищает его сердце от лжи, от порочности, от злобы. Спастись от наказания Аллаха может только тот, кто придет к Аллаху со здравым сердцем. А оно не может быть здравым, если человек недоволен Аллахом. Если он возмущается решениями и действиями Аллаха. Чистое, искреннее сердце может быть только у людей, довольных своим Господом. Зависть же и злоба – это как раз порождение недовольства Аллахом и его предопределением. Третья причина для очищения сердец – это праведные деяния, такие как молитвы, намаз. Это милостыня, садака, это чтение Кур'ана, это частое поминание Аллаха. Если человек искренне, от всего сердца совершает намаз ради Аллаха, то намаз очищает его от дурных дел и помыслов. На это указывает Всевышний Аллах в своей книге. Он говорит: «Утлю ма ухия илейка миналь китабу, акими ссала».
Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Инна ссалята танха аниль фахша и валь мункар. Поистине намаз он оберегает от мерзости и от предосудительного. В-четвертых, четвертая причина, очищающая сердце, это частые воспоминания о том, что Аллах смотрит на тебя и знает все, что ты делаешь и таишь в сердце. И что тебя ждет воздаяние и наказание от Аллаха за любые обиды, которые ты причиняешь окружающим, из-за твоей скверной души, души, которая наполнена завистью и ненавистью, из-за твоего злословия, сплетен, издевательств. В-пятых, это мольба. Просьба к Аллаху все время проси твоего Создателя очистить твое сердце от многобожия, очистить его от кривизны, от ненависти к твоим братьям. Именно так поступают праведные, чистые люди. Аллах говорит в Коране о том, что праведные люди обращаются к Нему с такой мольбой: «Раббана гфир лана вали ихванина аллазина сабакуна биль иман, вала таджаль фи кулубина гилля лиллазина аману, раббана иннака рауфур рахим». Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты сострадательный, милующий. Шестая причина, которая очистит твое сердце, это желание мусульманам добра. Помни слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Ля юмину ахадукум, хатта юхибба ля ахихи ма юхиббу ли нафси». Не уверует никто из вас истинно, пока не будет желать своему брату того, чего желает себе. Седьмая причина. Все время занимайся исправлением своего сердца, его лечением. Если сердце в порядке, тогда будут в порядке все твои поступки. Есть люди, которые говорят: да, я не молюсь, я не пощусь, я не совершаю намаз, я не выполняю заветов Аллаха, но зато я чист сердцем. Что мы скажем такому человеку? Быть такого не может. Быть такого не может. Кто чист сердцем, тот чистый поступками. Внешняя порочность – это показатель порочности внутренней. Невозможно быть грешником снаружи и праведником внутри. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аля ва инна фил джасади мудга, ида салахат, салахат джасаду куллю, ва ида фасадат, фасадат джасаду куллю». Есть в теле кусочек плоти. Если он в порядке, тогда в порядке и все тело, то есть внешние поступки, внешнее поведение. А если он испорчен, то испорчено все остальное. Этот кусочек сердца. О Аллах, сделай наши сердца чистыми и здравыми. Избавь их от злобы и ненависти к твоим верующим рабам. И на этом мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.